Здравствуйте всем! Я из Украины, из Одессы, друзья. И хотел поговорить о такой теме интересной по поводу же, а как, друзья, то есть политику, религию, да, как она может вот влиять на христианство, или как христианство может правильно ставить политику, всю религию, да, друзья, это все моменты. Ну, я понимаю, друзья, опять же, такой момент по поводу же того же нашего любимого Господа Иисуса Христа, да, как он все, друзья, нам показывает, рассказывает и поясняет. Ну, друзья, что понимать? Что Господь наш Бог Иисус Христос о чем говорит? Что, знаете, такой пример, да, вот есть, были такие как фарисеи, там, саддукеи, да, друзья, зелоты, есеи были. И что они делали, друзья? Они были против, то есть, не то, что они были против, даже не были где против Иисуса, против учения, знаете, друзья, они, бывает, берут одно и добавляют свое, то есть борщ, да, как говорится, и думают, что так все окей. Начинали чем-то одному научились, потом идут к другому. И ничего от этого хорошего нет. Будет настоящее истинное учение, да, Божье. Начинает что-то свое, друзья, добавлять. А это, друзья, ни к чему хорошему, как говорится, друзья, не приводит. Поэтому нужно понимать, если мы в жизни начинаем брать основу христианства, да, то начинаем что-то свое добавлять, наши старые привычки, то есть не себя под Библию подстраивать, а Библию под себя, потом, друзья, может пройти большие ошибочки могут быть. Поэтому, если мы сильно не хотим иметь всяких ошибок в жизни, а мы всегда быть счастливыми, радостными и благодатными, для этого, друзья, нам нужно правильно понимать вещи, что если мы действительно хотим быть счастливыми, здоровыми, нам нужно всегда быть с Господом Богом нашим Иисусом Христом и в чистоте использовать настоящее Божье Слово. А для этого, друзья, нужно изучать Слово Божье, смирять себя. И тогда мы можем рассчитывать на то, что мы будем исполнять все чистость, как хочет нас Господь. А если мы будем исполнять чистое Евангелие, как хочет нас объяснить, друзья, наш Господь Иисус Христос, для этого мы должны, ну, опять же, исполнять все чистое Слово Божье. Таким образом, мы можем рассчитывать на то, что, друзья, мы отправимся в вечность не в ад, где место вечного мучения, да, друзья, мы можем отправиться, а можем отправиться, друзья, именно в рай, где место полного счастья, радости и благодати, друзья. То же самое, как здесь, друзья, шикарно, друзья, в Одессе, в парке, с прекрасной романтической атмосферой, друзья. Прекрасным, друзья, пейзажем, аттракционами. Только вы, друзья, все еще будет бесконечно разлучше. Поэтому я ссылочку, друзья, оставляю на полное видео в описании, где уже, друзья, наши апостолы все детальнее, друзья, разберут тему. Поэтому обязательно смотрим Слово Божие, друзья, питаемся Словом Божьим. И таким образом, шаг за шагом, протаптываемся дорожечку в вечность, в рай.